том же Маргаушском районе перед судом предстанут жители села Большой Сундырь. Они терроризировали конкурентов по бизнесу, запугивали и угрожали водителям такси. По версии следствия, в августе 2016, а также в ноябре 2017 года в селе Большой Сундырь обвиняемые, оказывавшие услуги по перевозке местных жителей на такси, вынуждали двух водителей, намеревавшихся оказать аналогичные услуги, путем угроз применения в отношении них насилия, а также уничтожения и повреждений их автомобилей, отказываться от совершения таких сделок. В июне 2016 года 30-летний обвиняемый совершил инкриминируемое ему преступление один. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 1 статьи 179 Уголовного кодекса, которая инкриминируется обвиняемым, составляет до 2 лет лишения свободы.